Что, не уложил. Ну а как? Не, надо просто вообще не сонным было. У нее же режим внутренний есть. Вот, она тут может хоть на ушах ходить. А может, знаешь, а может сонная быть. И хрен уложишь. Какие глаза, можно утонуть. Что у тебя 800? Не утони. 800? Да я в этом. Ты в прямом? Да. Может утонуть. Не утони. Ну шо вы, малыхи? Як дела? Живот вас вытер. Ну не вас конкретно, а телефон. Привет, Ростов. Сегодня же, кстати, день дружбы или что там еще? Что вы там еще придумали? Что в России еще придумали, чтобы повод был выпить? Спасибо, Ленусь, спасибо, дорогая. Казахстан, привет. В комнате, кстати, комар один летал, я его ликвидировал. Ну что, ночной променад называется. Немножко посидим и пойду спать. Привет, Женя, обожаю тебя. Привет, Сангли. Хорошего тебе настроения. Спасибо большое. Завтра рано вставать. Мамуля где? Напротив он. Ушки греет, сидит. Мам, шучу. Это взгляд. Богини. Александр Федоркова спрашивает у меня, ты счастлив, брат? У меня все в порядке. Все в порядке у меня. Вкусные гаденыши, да? Привет, Женечка, как пивко сегодня попил? Я пиво не пил сегодня. Чего взяли? Я пил, пиво. Нет, нету. Жень, передай, пожалуйста, Глебу Женчугу привет с поздравлением с Днем Дружбы от Ивана из Симферополя. Хорошо, обязательно передам. Глебасик, ты здесь? Номер карты прикрепляй. А какой смысл? Никакого смысла. Просто висит и все. Ну, хотите, прикреплю.
Ты же покупал две бутылки сегодня, и что? Я разве говорил, что я себе купил? Семечки заманил, тоже служка. Красавчик, благодарю. Все, передам, родное. Передам. Передам. Обязательно. Женя, скажи рецепт картошки на мангале, которую ты готовил с Дэном. Да нет никакого рецепта. Берешь картошку, разрезаешь так, сало туда бросаешь, в фольгу заворачиваешь и в угли. И сверху углями накрыла, и все. И посоли еще. Какой рецепт? Женька, не спится? Да, а чё, я должен спиться там? Я что, выпиваю? Пантер. Да, я понимаю, мам, это игра слов, я с ними так шуткую. Покажи, пожалуйста, какие семги я покупал. Ну. Красная цена, обалденные. Самые вкусные, кстати, белые семечки. Как у вас погода? У нас почти 35, духота невозможна, многие жалуются на состояние головной боли. У нас то же самое, Пантерас. Пантерас красивая, сучка такая. Ой, я люблю мой типаж, кстати. Девочек. Пропустил карту для чего? Карта тройка. Чтоб не трое здесь со скидкой. Привет, здорово, Санечка. Как дела? Как в Украине дела? Не спится, не спится. Не спится бы мне. Да. Ого, класс, белые семки, спасибо. Не за что, моя золотая. Они, по-моему, 100 рублей стоят. Обалденная. Красная цена продается в пятерочке. Пантерас, что, я сердце разбил? Я готов его склеить. Так вообще, без швов, кстати, будет. Клянусь тебе. Ни швов, ни шрамов не оставлю. Веришь? Вот и я верю. Что случилось, брат? Что ты там фыркаешь? Что у вас случилось? У нас? У кого у нас? Мам, что у нас случилось? Ничего. Мама говорит, ничего не случилось. Все хорошо? А у меня мама, по-моему, нашла эликсир молодости. Она у меня с каждым годом молодец, я тебе клянусь. Ну, правда хорошо выглядишь, мама? Ну, ты сама к зеркалу подходишь, ты смотришь. Ты видишь это вообще? Нормально. Нормально? Мам, ты можешь сказать о себе? Тут только такие слова, как нормально, пойдет, так себе, все хорошо. А со стороны-то оно виднее. Ну, я рада. Это, кстати, я тебе не как сын говорю. Уникальный хирург. Женя, скажи, как ты? Санечка. И ты тоже молодо выглядишь. Но мне лет-то 24, конечно. Мама был купероз на лице. А что такое купероз, мам? Не знаю. Мама не знает, значит, видимо, не было. Купероз, что такое купероз? Чем занимался сегодня, Жень? За дочкой приглядывал. Делал выше крыши было. Саша, я точно все. Такая пора бы. Серьезно? А если мы не вместе, мы все? Утиль. Маму в студию. Сейчас, мамулечка, горочку найдешь, чтобы разогнаться. Мама опять в карты играет. Мам, что делаешь? Карты играешь? А? Сплит. Сплит, мам. В карты играет. Моя золотая. Сидит. Завтра, конечно, у меня уже в голове, знаете, вот, говорят, завтра, смотрите, жалко, ну, пойдите в храм, свечку поставьте, раз жалко. Маме везет с невестками, что первая, что вторая, обе красотки. Да. Мама-то согласна с этим, а ей-то чего от этого, что они красотки? Пару слов о Чингисхане. Пару слов. Завоеватель. Да все, одного слова достаточно. Ммм.
Я уже, знаете, о чем думаю? Я думаю, у меня дочка просыпается в 9:30. Я думаю, завтра в 7:30, значит, вставать она будет. Соответственно, семечки зубами нельзя грызть. Хорошо, моя золотая, хорошо. Вот. Родители ей красивых внуков, вот что. А, дело в невестках. Я понял. Мам, со мной беда, с хлебальником-то с моим. Я малопривлекательный юноша. Вот. Вся надежда была на невесток. Значит, смотрите, у меня же сразу в голове, как у любого родителя. Думаю, так, 9:30 она встает у меня. Значит, она завтра встает в 7:30. Это получается, я ее не в 3, не в 3:30 укладывать днем, а, наверное, в 12, потому что мы прием с больницы, она уже спать точно не будет. Вот. Это белые семечки, их руками невозможно. Ну, невозможно их руками. Да не, вы что, с ума сошли? Это для тебя руки, пальцы, вот завтра вот такой буду, в культяпах. Не в культяпах, с культяпами. Привет, Краснодар. А завтра в 12 я буду укладывать. Получается, 1:30, 1:40 она поспит, 12:02, ну пускай в 2 она проснется. Ну и все, в 9, значит, уложу ее. Я просто не люблю, когда у нее график двигается. Я за этим очень слежу. Жень, большой привет тебе и маме. Мам, с Ташкента привет большой. А что надо сказать, как этого будет нам? Спасибо, как будет? Рахмат. Рахмат и Колун. Рахмат и Колун. Большое спасибо. Да, Рахмат и Колун. Привет из Риги, привет. Реально, наверное, самый красивый эфир. Классный эфир. Реально, значит, самый классный эфир. Серьезно? Как часто видишься с дочкой? Тебе, братишка, после эфира обследование пройти. На внимательность. Или сестричка. Ездили вечерком к морю? Не, не ездили. Не. На что собираете? Кто знает, тот знает. Ты знаешь? Такая сырость, мам, и влажность, что семечки прям вот сыреют. Да. Надо быстрее их грызть, значит, надо по две сразу брать в руку. Одну на левой стороне штругать, а вторую на правой. И еще, знаешь что? Еще бы я был бы рад, если бы ты мне тоже чуть-чуть чистила семечки, мам. Где Дэн? Дэн, ты здесь? Денис спит, наверное, уже. Он в это время дрыхнет. Он уже старенький. Ему отдыхать надо. Пятерочку за семечками такими. Да-да-да, в Пятерочке они продаются. Красная цена называется. На жизнь собираете одни и те же вопросы. Нет, не на жизнь, моя золотая, собираем. На жизнь есть. Пивасик где? А я не пью пиво. Так вкусно ешь, аж пахнет семечками. Серьезно? Я не думаю, что это семечками запах у тебя в комнате стоит. Настало время сполоснуться. Жень, в российском много друзей у вас? Друзей что вы вкладываете в слово «друзья»? Для меня это такое, ну, у меня два друга всего в жизни. Илья и вот Денис. Поэтому у меня знакомых тьма тьмущая. Друзья. Слово такое. Друзья. Оксан, ты чего? Придумал там. Слышите? Скорость. Неимоверно. На опыте, парень. Мама сидит, не покурить, не поматериться. Скучнейший эфир. Спасибо. Куда уйдешь, мамулечка? Сиди, я шучу. Ну неужели ты думаешь, что я? Вот для меня важнее покурить, нежели там общение с тобой. Сиди, мамуль. Я лучше курить не буду. В экстрасенсы верите? В экстрасенсов, наверное, вы хотели написать. Нет, не верю. Когда лицо малышки покажете? Как Муфаса с войны вернется? Ой, помню,
Мама в детстве семечки чистила, приду со школы, у меня целый стакан. Да. Хорошее у вас детство было, яркое. Любила вас мать, любила. Мне мать семечки не чистила. Ваша мечта. Ну, я стараюсь об этом не говорить вслух. У меня очень простая мечта. Она никак не связана с моей жизнью, со мной. Мне главное, высшее моя золотая, высшее образование у меня. Вот. И одно незаконченное высшее. Считай, два. У меня простая мечта, чтобы вот родители были счастливы и детки были здоровы. Все, а все остальное у меня все. Я тогда буду просто на седьмом небе отчасти. На седьмом? На восьмом этаже пати в неглиже. На седьмом этаже соседи спят уже. На девятом этаже медведи и Фаберже. Этажом выше моя мамуля на крыше. А вы спрашиваете, нравится моей маме мой юмор? Нет, не нравится. Можно с дочкой на детский бассейн сходить, где мыльные пузыри? Спасибо большое, сходите. Сходите обязательно на детский бассейн, особенно желательно в общественный бассейн, вот, где эти мыльные пузыри. Вот. Потом, правда, не удивляйтесь, если у вашего ребенка кожа слезет в какой-то момент. Или покроется сыпью какой-то. Я никогда в жизни своего ребенка не поведу туда, где большое скопление детей. А жениться снова хочешь? Танюш, это предложение или вопрос? Надо разобраться. Если предлагаешь, подумаем. Олечке из Донецка привет большой. Алка, не пьете? Жень, что думаешь об Аллегро? Об Аллегрове, об Аллегровой, а не об Аллегрове. Как можно написать Аллегрове? Об Аллегровой. Рустам ее проклял, я в шоке. Ну... Ну почему вы не в кино? Желательно в суперкино. Люди спрашивают, почему я не в кино? Странный вопрос. А я сейчас эфир закончится, и у меня съемочный день начнется. Мотор, камера, поперли. У меня ночные съемки сегодня. Называются «Лечь рядом с дочкой». Кино называется «Спящий папа». Я шикарно, кстати, играю эту роль. Как вам Ксения Бородина? Потрясающе. Люблю, обожаю. Шикарная. Ну, я живу теми воспоминаниями, которые у меня остались со времен, когда мы общались. Я не думаю, что оно очень сильно изменилось. Себя любить больше, чем жену. Себя любить больше, чем жену. У меня нет жены. Почему в ТикТоке эфиры не ведешь? Там можно и деньги зарабатывать. Уже нельзя ничего там делать. Жень, готовить умеешь? Женечка, расскажи про забавную историю из вашего детства. Зашибись. Давайте, наполняйте бокалы чаечком. Сейчас будем слушать истории кузинские про детство. Я что вчера было, не помню. А вы хотите про детство узнать. Насчет женился, можно и предложение, да. Женька, нет, не общаюсь. Как дочка спит по ночам? Просыпается или без проблем всю ночь? Нет, всю ночь спит она. Послушайте, весь день у ребенка заполнен. У нас нет такого в семье, что мы посадили ребенка, сами занимаемся своими делами, а он там где-то сидит в уголочке, там вяжет. Вот. Нет, она... Она весь дом на уши, да, и полностью заполняем вообще все ее время. Поэтому она приходит ложиться спать, валится без задних ног, знаете, как говорится. Жень, ты самый лучший душевный парень. Ну и хорошо. Вот. Это хорошо. Мам, рекламой занимаешься? Да занимаюсь рекламой. А что нужно прорекламировать? Оптимист, это здорово, счастье вам, спасибо. Мам, будешь еще семечки? Мама тоже курит. Мама не курит. Бородина тебя отметила как яркого и запоминающегося участника Дома 2. Ну, еще 150 человек там отметила нам. Ну, хорошо. Большой привет ей передавайте. Скажите, что я ее люблю. Она умница. Женька, не лысеешь и не стареешь. Я прям почувствовал возмущение в твоем сообщении. Можно по рекламе напишу в директ? Пиши, Андрей. А ты знаешь, что я тебе хочу сказать, Андрей?
Андрей Мишин, я тебе знаешь, что хочу сказать? Большое количество людей мне говорят о том, что мы сейчас напишем тебе в директ. И я захожу, и ну, те люди, которые говорили о том, что они напишут, они не пишут. У меня ощущение, что у меня директ не принимает сообщение. Я не вижу ваши сообщения, потому что много раз мне девочки писали о том, что мы писали, мы пишем, ты даже нас не открываешь. А я захожу, а я не вижу сообщения. Они куда пишут? А? Может, они на старый сайт пишут? Ну, они же здесь сидят, на эту страницу. А. Привет из Эстонии. Здорово. Ну что, жениться будешь? Не знаю. Блин, чудеса, семечками запахло. Да это точно. Это точно. Ребят, страница никому не нужна. 275 тысяч подписчиков. Надо их принять в запросах. Смотри. Так ты их заблокировал. Не, ну что это там, блин. Ну, сейчас, подожди. А сейчас Андрюхе напишу. Вот я на него подпишусь сейчас. Подписаться на Андрея. И вот я сейчас посмотрю. Вот, Андрей, напиши мне что-нибудь в директ. Я сейчас посмотрю. Может же в скрытых у тебя сообщениях ты глянь. Ребят, я же не этот. Не Вуди Вудпеккер. Я все понимаю, как там все это. А? Какие-то сообщения проходят. Особенно, если надо что-то там помочь кому-то. Вот. Как отношения с Александрой после рождения дочки? Малышка, ты в коме была, что ли? Уже как 3 года ребенку. Между прочим, смеялась над тем, кто писал, что пахнет семечками. Правда, чувствуется запах. Какой красивый мужчина. Да ты же моя девочка такая. Мам, прости. Мам, атака. Вы очень красивая. Спасибо огромное. Спасибо большое. Я понимаю, что это не мне. Это я так написал. Хорошо, Андрюк, сейчас я посмотрю. Что-то мне твой кашель, мам, не нравится. А иногда ты кашляешь, мне очень нравится. Знаешь, какая-то вот... Какая-то гармоника есть в этом во всем. Вот какая-то мелодика прям. Я прям чувствую, я кашляю, вот прям... Вот чуть-чуть бит. Не кашляю, а пою, да? Ну, практически, да. Чуть-чуть бит, и все. И можно уже, как говорится... ВКонтакте первое место займешь, мам, по прослушиванию. Привет, очень ценно, что с мамой эфир не стесняешься вести. Доверительные отношения, это супер. Но я ни о чем особо не рассказываю. Ну и мама все знает про меня. Жень, сформирован ли у тебя тираж женщины предпочтения, брюнетка или блэк? Мам, тираж женщины у меня сформирован. Тираж, да, у меня. 1275 экземпляров. Ай, не могу, обожаю Т9. По-моему, все стрельцы мужчины красивые. Странно, уж бесит. Девочки, о какой красоте вы говорите, честно говоря? Ну, нет, я однозначно привлекательный, что-то во мне есть, наверное, ну, что-то. Но по поводу красоты, мне кажется, вы, ну, прям, ну, перебарщиваете. Жень, на меня подпишись. Да я сейчас от Андрюхи отпишусь, я сейчас просто хочу посмотреть. Можешь показать маму? Конечно. Ты на кого больше похож, на маму или на папу? Мам, на кого будешь похож? Как-то непонятно, да? Ну, на него и на меня. Я лучшее взял. Но скромностью точно в маму. Угу. Помните тот мультик про зайца, который на барабанах играл, на этих, на пеньке? Говорил, я самый, самый сильный, самый умный, самый смелый, самый красивый. А потом обосрался в конце мультфильма. Мне нравятся его красивые пальцы. Вообще отношение к ситуации с Украиной. Да какое отношение, ребят? Какое отношение может быть? Ну, как любой здравомыслящий человек, могу сказать, что, конечно же, то, что сейчас там происходит, это никому не нравится, и никто здесь, я уже говорил это много раз, шампанское бутылку не открывает, и фейерверки в небо не запускает. Вот. Все сидят в режиме ожидания. Ожидания того, что когда это все закончится, я имею в виду. А то вы там сейчас опять из контекста вытащите, и считай пропало. Надо конкурс, лучше из лучших. Эфир на ночь прям как успокоительно. Моя золотая. Показалось.
Что вы думаете об Эмбер Хэмбер? Эмбер Хэмбер? Эмбер Хэмбер? А, кстати, вчера было... А, сегодня 59 лет такому актеру, как Джонни Депп. Джонни, я знаю, что ты смотришь мои эфиры. Вот, я знаю, что ты на меня подписан, и восхищению нет предела. Ты много раз мне писал об этом в директе. Вот. Я поздравляю тебя с твоим днем рождения. Пусть у тебя по жизни все будет чики-пуки. Вот. Будь огурцом и катись колесом. Вот. Я думаю, что тебе переведут все мои пожелания. С днем рождения, Джонни, и с победой тебя. Так, эту сучку. Уже победил ее. Украинский народ никогда не был против русских. Просто хотим жить спокойно и особенно принимать решения в своей стране. То же самое золотое. Русские люди тоже не против украинского народа. Женя, у вас есть хоббит? Да, есть у меня хоббит. Я каждое утро просыпаюсь, носка не могу второго найти. Второй носок пропадает постоянно. Точно хоббит у меня есть. С Нелли Ермаловой общаешься? Нет. Помню только тебя и ржал только над тобой. Помню только тебя и ржала только над тобой. Тока, тока, тока. В розетке много тока. А почему она сучка-то сразу? Ну, потому что сучка. Потому что хотела опорочить. И она опорочила, кстати. Он же потерял контракты большие. Благодаря этой Манде Ивановне мы лишились такого персонажа, как Джек Воробей. В трилогии «Пираты Карибского моря». Вы что, не понимаете? Вам идет с такой прической и усами. А то с бородой не очень. С какой бородой? Катюш, у меня бороды никогда не было. Иностранных наемников судом Донецка приговорили к смертной казни. Без комментариев. Его уже пригласили обратно в пиратов. А он согласился? Я бы на месте Джонни согласился бы, чтобы гонорар увеличили в 5 раз. В 5 раз увеличили. Вот он там, сколько он получит за последнюю трилогию «Пиратов Карибского моря». Я думаю, что мы предлагали, ну, 1020 рублей съемочный день, да? Вот пусть он 100 тысяч берет за съемочный день. Вспомнила выпуск с острова, где ты стирал футболку и бил ее по рожу. Ага. Только украинский народ не понимает, что люди из Донецка не хотят с ними жить, и поэтому каждый день нас убивают. Все будет хорошо скоро, не переживай. В «Доме 2» ты лучший из лучших, не было лучше участника. Дякую, согласен с вами, 100%. Солидар, ой, вообще, красная линия подвожу под каждым вашим словом. Смотрю ваши эфиры, всегда и крутится ваша песня в голове «Твой герой». Хорошо, что песня в голове крутится, а не кое-что другое. Если ты понимаешь, о чем я. Жень, ты же из Новороссийска. Какой курорт Краснодара края для деток лучше? Ой, блин, ну ни хз, не знаю. Какой лучше-то для деток? Ну, для деток, наверное, Анапа. Анапа, там песочек. Хотя песочек, ну там эта тина не очень мне нравится. Какого бы героя сам сыграл бы в кино? Ой, мне всегда очень нравился Эдвард Руки-Ножницы. Обожаю. Ну или вот Волк с Уолл-стрит хотел бы сыграть. Круто. А вопрос в другом, смог бы я сыграть? Просто вы задали вопрос, кого хотел бы сыграть. Вот я хотел бы сыграть. Мне очень нравится Леонардо Ди Каприо. Очень нравится, как актер. Аль Пачино, Роберт Де Ниро. Обожаю, обожаю. Джонни. Ну, Джонни, как можно Джонни не любить? Джонни – это наш братишка. Вот, вкусные семки. Нормально. Привет из Беларуси. Привет огромный. Привет. Вы любите... Вы любимый жанр в фильмах? Любимый жанр в фильмах? Не знаю, комедию люблю, мне очень нравится. Ну и фантастику я обожаю. Приезжаю в Ростов, у нас Дон Батюшка. Приезжаю в Новороссийск, у нас Новороссийск Матушка. Широкая балка. Джонни предложили 300 миллионов, а он отказался. Обожаю его. Вот это называется мощь. Вот это внутреннее бунтарство. Вот это сила. Понимаете? Если бы мне предложили 300 миллионов долларов сейчас, я сказал... Вот вам. Я с матерью буду сидеть, семки лускать. И в эфир выходить для 250 людей. Джонни, я с тобой, братан. Я бы то же самое сделал, отвечаю. Джонни, ты в моем сердце. Красавец. В Ярославле был. Я живу очень долго уже в Германии. Я не понимаю, как можно не знать русский язык. Ребята, учите русский язык. Привет из Израиля. Привет. Шалом, шалом, Израиль. Шалом. Вот конченый стереотип. Мам.
Если бы мне предложили за съемки в кино 300 миллионов долларов, а я отказался бы, ты бы отказался от меня, как от сына? Мама уже глазами ищет чемодан, чтобы вещи мне собрать. И то, скорее всего, и вещи не отдала бы. Какой твой любимый запоминающийся фильм? Ну, «Зеленую милю» я очень люблю. Жень, смотришь сейчас «Дом 2»? Каждый день на диске записываем, с мамкой потом пересматриваем, обсуждаем моменты какие-то такие, в общем, чисто, очень, очень яркие. А, Жень, так, «Геленджик только с детьми», окей, без детей туда ни ногой. Ну, там, ну, ну «Геленджик» природа номер один. Я считаю, что «Геленджик» курорт номер один в нашей, ну, на юге, я имею в виду. Мне очень нравится природа в «Геленджике». Да нет, ребят, я ни с кем не общаюсь. Я с Глебом общаюсь вот в последнее время. С Сашкой Габозовым там иногда созваниваемся. А так я ни с кем не общаюсь. Вот. Жень, иди как двойник, вы же похожи. Но двойнику 300 миллионов не заплатят. «Тревожный звонок» – хороший фильм. Серьезно? Я понял тебя. «Лобные места» особенно. Да-да, мы с мамой очень любим обсуждать «Лобные места». Почему сейчас такой ужасный «Дом-2»? Моя золотая, я предлагаю тебе написать письмо в прокуратуру и задать этот вопрос и еще Следственному комитету. Пусть они разбираются в этом. Спроси у мамы, пусть скажет, какой ты был в детстве, может, случай смешной. Жень, сколько собралось? Да там ерунда, 30. Ну, не ерунда, ну, 30 тысяч. Жень, ага. Мама. Опа. Смерть пришла неожиданно. Жень, скажи, пожалуйста, фильм, где снималась ваша бабушка. Я встретил девушку. Я встретил девушку полумесяцем бровь. На щечке родинка, в глазах любовь. Ах, эта девушка меня с ума свела, разбила сердце мне, любовь взяла. Когда увидим выпуски на YouTube с твоим участием? Привет из Баку, Азербайджану. Огромный привет, привет большой Баку. У тебя мама классная, у меня тоже такие отношения с моим сыночком. Да, она меня не любит. Это чувство. Сердечко. Радость, пипец, фильм «Долгий свет» врубали. Сколько лет должно пройти, чтобы ты не был таким красивым? Ой, мама сказала, что у меня вообще только все начинается. И до пика я еще до своего не дошел. Пик – это, знаете, когда? Это когда ты нравишься еще малолеткам и уже женщинам постарше. Вот. Как же мне нравится этот фильм и главная героиня. Голос красивый. Мам, слышала? Слышала? Да. Хвалят меня. Хороводы водят вокруг меня. Рада, что высказался. Пошла спать. Привет из Москвы. Давай, моя золотая. Спасибо огромное за все, что ты написала. Женеч, какой ты класс. Спокойно. Доброй ночи, моя дорогая. Доброй ночи. Что с Ютубом? А что с ним? Вроде все нормально. Привет, Женечка. Привет. А чего у мамы ты сидишь, а не в Москве? А я из Москвы уехал. Голос, песня тебе идет. Спасибо большое. Мама права. Права. Мама права. Мам, ты права. Мама, ты права. Провода. Проводы. Жень, ты очень похож на бабушку. Я похож на бабулю, мам? Чуть-чуть. Чуть-чуть. Немножко. Ну, правильно, если ты похож на своего отца, отец похож на бабушку. О, начинается. Сансара. Круг замкнулся. А мама на тебя подписана? Я думаю, что ей... Мама, ты подписана на меня? Ну, конечно, мне же интересно наблюдать за твоей жизнью. А ну да, мы же редко видимся. Подписано, конечно. Дочка с вами? Полчаса назад была с нами. Жень, привольный... Жень, привольный эфир. Вам удачи, семья хорошая у вас. Душевно прям. Залетайте. Мама работает? Моя? Бездельница, блин. Что? Аж закашляла, да? Да если бы не мама вообще, вот эти семечки за 100 рублей, в жизни не видать было. Так при чем здесь жена, она не про деньги спрашивает. А про что? Она просто работает мама или не работает. Она меня не боится. Даже не сомневайся, ты крутой. Спасибо, дорогая, спасибо, Стефаня. Вы помните настроение «Вы мой краш»? Да.
Вы поднимаете настроение, вы мокрый. Мама права, красавчик был, но был. Прикольный Т9, да. Ой. Мама не боится, дочь не боится. Одна радость, мухи да комары. Вот те меня шугаются. Ну, Женька, ты сразу деньги. А чего это? А это наши внутренние шуточки. На что деньги собираете? Только зашла. Не боится. Ты молодец, такой практически на все вопросы отвечаешь. Приятно. Крис, да ради бога, пожалуйста, залетай. Мама есть мама, надо поправить сыночка. Усов не надо больше, хорошо? Хорошо. Если время вернуть назад, что бы вы изменили, если не хотели делать? Ну, ничего бы мне не поменял. А что бы я поменял, мам? Я не знаю. Это же твоя жизнь. Ну, наверное, наверное бы родителей бы родных искал бы. Вот, сейчас уже все. Ну, сейчас уже как-то так прикипел уже к этой тете. Вот, ну вот, ходим, что-то там. Подарки дарим. С праздниками поздравляем. Вот, одной ложкой едим, за одним столом сидим. Воздухом дышим, в общем. Привет, расскажи про характер дочи. Если время вернуть... А, даже читал уже. Ну, Майя зовут. Ну, акти. Бородина написала сегодня тебе в топ-15 участников Дома 2. Мам, доставай торт и свечи. Отмечать будем. Спокойной ночи вам и вам доброй ночи. Юмор огонь. Вам смешно, а я, вон, блин, подкидыш. Живу с этим всю жизнь. Стараюсь не думать об этом. Все мои старания, они напрасны. Я рыдал на лобном месте вместе с вами, когда узнала об измене Маргариты. Господи, боже мой. Машину времени, это пора уже, наверное, как-то, наверное, закрывать ее или продать ее кому-то. Гамарджоп же, Гамарджоп Гогу. Здравствуй, Любаш, дорогая. Тебе в Comedy Club сниматься обязательно. Дай Господь Бог родителям здоровья, они твоя опора и те, кто действительно тебя любит и понимает. Без сомнения. Жень, всего тебе самого лучшего, спокойно. Доброй ночи, Олечка Доронина. Доброй, доброй, дорогая. Спасибо большое, что была с нами. Мам, тебе нравится, когда я вежливый? Очень. Правда? Гордишься мной? Гордишься ты? Мам. Сейчас подзатыльник словишь от мамы. У нас не такие отношения. Сейчас эта Любаша начнет про грусть. Она мне не... Оставь, Любаша умница. Привет из Молдовы. Привет огромный, Молдовы. Привет. Мам, а бабу надо мне или не надо мне? Бабу надо мне? Я не знаю. Чего ты не знаешь? Ну ты вот так смотришь на мое состояние. Баба нужна мне или нет? Нормально у тебя состояние. Мам! Баба нужна или нет? Тебя помнят ярким участником. Ну, спасибо огромное, что хоть помните. А со мной не поздоровался. Добрый день, Ириночка. Здравствуй, Кузнецова, моя дорогая. Жень, вы один ребенок у мамы? Да. Ну, одного вроде забрали из детдома. Корзинка малехенькая была. Побольше была бы туда. Нахапали. Как баклажанчика бы. Женечка, доброй ночи. Спасибо за эфир. Поднял настроение. Давай засыпай, глазки закрывай, пусть тебе приснится единорожка, а сверху я голый и счастливый. Ладно, просто голый. Мам, ты меня этим взглядом насквозь пронзила. Жень, как в школе учился? Да ну как нормальный парень учился в школе, нормально. Мама в 5 классе сказала, больше ходить в школу не буду. Не хочу больше слышать о том. Какой ты у меня классный. Ты храпишь по ночам? Да, почем я знаю, храплю по ночам или нет. Я же не знаю. Вы наконец-то бросили курить, можно поздравлять. Да, спасибо огромное, бросил курить. О. А знаете, люди пластырь клеят, Ален Кара читают, еще что-то. А у меня вот мой... Мама сидит напротив, и все. И все. И вот, она сидела со мной вот так годик. Я бы за годик ни одной сигаретки бы не скурил. Всем бы такой юмор. Да, конечно. Сейчас, ага. Вот. Спокойной ночи, Жень, ты сделал мой вечер, все хорошо. Доброй ночи. Доброй ночи. Мама в шоке от юмора. Ребят, мне 37 лет. Моя мама со мной рядышком 37 лет, а я рядом с ней. Да, она все это давным-давно уже, она
У него там такой фильтр стоит. Ну, уже не надо выдумать, что она все мои шутки слушает. И, да, она уже не пропустит. Ну, были в Абхазии, стоит ли ехать на отдых именно туда? Я не был в Абхазии, Юлечка, по поводу того, что стоит. Не... Доброе утро, Дальний Восток, доброе утро, моя дорогая. Без понятия, не знаю. Это вам нужно принимать решение самостоятельно. Вы сейчас поедете, вам там потом вы скажете, это Кузин посоветовал. Нет, поэтому сами давайте, без меня. Он в эфире никогда ночью спать и храпеть. А, он в эфире, некогда. Ты при маме не куришь? Я вообще не курю. Вы такие, блин, контрагенты. А, контрагенты, при чем здесь вообще контрагенты? Вообще не туда вставил, кстати. Контрагенты, знаете, кто такие? Вот бизнесом начнете заниматься? Партнеры ваши, грубо говоря. Ладно, все, спокойной ночи, пока сказки читайте, спать. Давай, доброй ночи. Привет из Казахстана, привет огромный. Привет Казахстану тоже большой. Скучаете по Москве? Ну, скучаем, скучаем, скучаем. У нас даже вон там возле мангала мемориал есть небольшой. Свечи ароматизированные зажигаем ежедневно. Дня не было, чтоб не зажгли. По Москве скучаем. Спецконтингенты. Без сомнения, и ангел испытания. Вот как у мамы получилось так воспитать сына. Большой респект маме. Мама здесь вообще ни при чем. Меня воспитала улица. Скучно без вас. Ну, ты уже, кстати, 5 раз уже попрощалась с нами. Спокойной ночи, потом возвращаться и говорит, скучно без вас. Вот ты моя девочка. Подсела на меня, да? Надо на ТНТ. Серьезно? Ну, давай, потихонечку выдвигайся, как раз к открытию да подрулишь. Имя беса, имя ангела. Че, я не могу понять. Ты что, мать, что с тобой там случилось? А? Зашла посмотреть на красивого мужика перед сном. Моя золотая. Любуйся, любуйся. Любуйся. Мам. Да, мне 47. 47 только начинаешь жить. Хватит тебе, что ли. Молодая, на опыте уже. Совершать ошибок уже будешь, но меньше. Поэтому все нормально. Только вперед. Почему так Женя... Почему так Женя тебя бросила? Жена, наверное. Жена, наверное. Пока не напишет грамотно, я не отвечу. Просто мне всегда смешно с вами. Я понял. Это хорошо, что смешно со мной, а не надо мной. Видишь, разбирается она в правильности написания и подачи своих мыслей. Машину-то забрал хоть? Нет, все оставил. А надо было машину забрать. Странно. Странные мужички вам попадались в жизни. Нет, ничего я не забрал, все оставил. Да, ну вот тут бы поговорить на его вживую. Доброй ночи, Женя, маме, и тебе завтра хорошего. Спасибо огромное, Натусечка, спасибо, дорогая. Ты тоже не болей. Спокойной, тихой ночи желаю тебе. Ты спать пошла, мам? Да. Давай, доброй слава ночи. Богу, давай, давай, мамулечка. Нужно... Да нет, ну я вижу, ты уже устала, и глазки трешь. Давай, доброй ночи, моя птичка. Лети, лети. Ага. Давай, давай, пока-пока. Руся сказала, любит тебя, но вы с Римой ругаетесь. Я с Римой не ругался. С Римкой не ругался. Это Римка почему-то на меня наезжает. А я с ней не ругался. Я Римке хорошо отношусь. Несмотря на все, что она сказала про меня, я к ней очень хорошо отношусь. Я вообще ко всем очень хорошо отношусь. Я не знаю, как на меня можно обижаться. Я ни на кого вообще не обижаюсь. И зла не держу. Я вообще обижаться не умею. Я умею очаровываться людьми. И разочаровываться. Ну, в Римке я не разочаровался. Ну, написала. Ну, у нее такое мнение вот обо мне. Передайте ей, что я люблю. Теперь я могу материться и сигарету курить, и знаете как, в затяжку могу курить. И знаете что, и вот это палочками не пользоваться, и потом листьями вот так не натирать руки, чтобы не пахло.
Могу курить, как хочу. Хотите, две закурю сразу. Сын хорошего, интеллигент, таких сейчас нет. Таких очень много, моя золотая. Просто, видимо, не попадаются. Видимо, где-то ты кружишься в таком обществе. Как тебя очаровать? Ой. Ну, не знаю. Извините, пожалуйста, не написала правильно. Ты такой красивый, красный, хороший, хороший папа. Это видно, почему вы разошлись, вы классные вместе. Иванцок, Ольга, моя золотая, я понял про что. Ну, бывает так в жизни. Классно ты, Женька, отвлекаюсь от грусти, когда тебя смотрю, по возможности не пропускаю твой эфир. Спасибо. Ну, бывает так в жизни, когда вы живете, 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 а потом понимаете, что все, дальше вам уже не по пути. Вам направо, а вашему человеку налево. Ну, вот и все. Но при этом мы остались вроде, ну, вроде нормально общаемся. Давно ли эфир начался? Для тебя только что. Мама уже все равно знает, что ты куришь. Серьезно? Ты и рассказала. Ох, дрянь. А я-то думал, а я-то верил. А я надеялся и ждал. Кто знает страничку Рима? Но это не здесь вопрос задавай. Хорошо, малышка? Я вообще первый раз в эфире. Зашибись. И что, больно, нет? Говорят, первый раз больно. Что там? По ощущениям, как тебе? Удовольствие сразу стало получать? Или по истечению какого-то времени? Жень, спойте, пожалуйста, привет, это твой герой, пожалуйста. Да нет, моя золотая, это вам нужно к людям, которые обладают вокальными данными, обращаться. Ну, скоро, скоро, мил, будет канал на YouTube. Скоро, надеюсь. Я понял. Понял. Я первый раз с тобой больно, сучка. Завтра заходи. Завтра уже будет как по маслу. Блин, как лечь спать? Не могу закрыть эфир, а у нас вообще-то сирены. Сирены. Ну вот пусть отвлекают тебя. Мой эфир от этих сирен. У вас вокальные данные на высоте. Спасибо огромное. Я специально это сказал, чтобы услышать от вас комплимент. А ты вообще работаешь или только эфир ведешь? Работаю, конечно. Конечно, работа. Спасибо большое. Добрый вечер. И низкий поклон вашей беседке. Людмила, зачем вы страничку? Угу. Давайте пропишем определенный ряд слов. Ну, пропишем определенный ряд, в котором будут некие слова, находящиеся под запретом. Давайте наложим на некоторые слова санкции. Так сегодня модно буду с вами разговаривать. По-модному, по-богатому. Вот Рима – это одно из слов. Будете писать – будете заблокированы. Правда, что Глеб Жемчугов будет вести свадьбу на Доме 2? Без понятия. Без понятия. Узнаю у него. Или вы узнаете. Зачем вы меня? Знаешь английский язык? What? I? My English very good. My name is John. My surname is Cousin. I love you. I kiss you. $100, please kiss my джуджурик. My happy English very good. Вообще даже не сомневайся. Не предлагали быть ведущим на Доме 2? Мне? Нет. Для чего им это делать? Really perfect English. О, видите? Оценили мой английский язык? Женя, какие семечки тыквенные? Ну вот.
Красная цена в пятерочке. 100 рублей стоит. Потрясающе. Великолепно. Кстати, в белых семечках, в сырых, находится какой-то компонент, который максимально очищает ваш желудок и выравнивает микрофлору, уничтожая ненужные бактерии. Извините. И тигры у ног моих сели. Простите. Глеб будет вести свадьбу Романова. Романов жив? Романовы живы? И Бигриной с Дома 2. Мои золотые, спасибо огромное за эту потрясающую информацию. Жаль, что Инстаграм не пропустит то, что я хотел бы показать в момент, когда я узнал эту информацию, потому что Инстаграм 18+. Да и вообще, все здесь сегодня под запретом. Но у меня все на высоте. Джуджурик, да. Да, они очень полезные микробы. А я пеку хлеб с тыквенными семечками. Безумно вкусно. Вот, это потрясающе, когда вы сами умеете печь хлеб. Это же тыквенные семечки от глистов. Я понял. Это вам глисты сказали? Только не тыквенные семечки, только не тыквенные семечки. Нам так здесь хорошо и тепло. Но если ты съешь хоть одну тыквенную семечку, нам придется покинуть твою задницу. Ты хочешь, чтобы мы стали беженцами? Осуждаю. Завтра тоже поеду в русский магазин за семечками. Тыквенные семечки. А, съезди, моя золотая. Съезди. Пора гнать всю эту шушеру и вас оставить ведущим. Шушера? Про кого говорите шушера? Про ведущего Дома 2? Я считаю, что каждый человек, который сегодня является ведущим Дома 2, находится конкретно на своем месте. Каждый занимает свое место. Поэтому я прошу вас не оскорблять ребят, с которыми в какой-то период своей жизни я находился рядом, плечо к плечу, рука к руке, щека к щеку, нога к ноге. Не оскорбляйте, не нужно. Это некрасиво, это вас не красит. Тигран вернулся... Евгений, а вы заняты или свободны, или ищете любовь? Я не ищу любовь, я свободен. Я не занят. Какие семечки повышают потенцию? Я думаю, что массаж простаты повышает потенцию. Отказ от алкоголя, от сигарет, занятия спортом, правильный режим, размеренное питание, тогда проблем не будет. Ну и, конечно же, какой-то легкий шелковый пеньюарчик. Он тоже, как говорится, способствует тому, чтобы ваш мужчина не вялого ходил, гонял. Что такое Тигран? Тигран Хиасаян. Косметологу ходишь, уколы красоты делаешь или думаешь, что это не для мужчин? Я не думаю, что это не для мужчин, но я не хожу к косметологу и не делаю уколы красоты. Вообще я не занимаюсь никакими такими вот моментиками. Красивый такой, фу, слава богу, господи, я уж переживать начал. Думал, ну давно, что-то уже, минут 20 не было ни одного комплимента. Наталина Каракаева, ты тоже симпатичная. Шушера имел в виду участников нынешних. Тоже неправильно. Какая разница? Вы же о людях говорите, с которыми вы лично не знакомы. Не, осуждаю. Некрасиво. Не нужно. Занимались ли вы каким-нибудь видом спорта? Нет, я шахматами занимался. В какой-то такой спорт, который... вообще, я ходил на два занятия дзюдо. На втором занятии меня перевернули через бедро. Я вывихнул палец на ноге. И я пришел к маме, плачу, в кимоно. Я там, мама, я больше не буду заниматься. И все, я на шахматы ходил. У меня разряд даже есть. Шахматы люблю я, кстати. Можно как-нибудь сыграть в шахматы. Шахматы играю я. Неплохо. Но это мне люди говорят. Это не мое личное мнение. Как при разводе остаться в хороших отношениях? Ну, если у вас нет детей, то вообще очень легко. Просто перестать общаться с человеком. А вообще, а в хороших отношениях? Не знаю, моя золотая. Зачем тогда разводиться, если у вас хорошие отношения? Зачем разводиться с человеком, а потом думать, как остаться с ним в хороших отношениях? Тогда не разводитесь, блин. На вас подписалась Марина Грибанова. Мариночка Грибанова, добро пожаловать в нашу семью полуношенных
полуночников. Женька, привет, сколько у вас там градусов, жарко? Ну, я думаю, что градусов 24 сейчас. Ну, они пусть... Хватит тебе, остановись, моя золотая. Еще, ну, попросил же тебя, зачем ты оскорбляешь людей, которые не присутствуют сейчас при данном разговоре? Это некрасиво. Оставь всю жизнь хорошие отношения. Есть ребенок, ну, вот. Ну, во-первых, не использовать ребенка в налаживании отношений между мужчиной, вашим, бывшим. Вот, никакие манипуляции, это никогда еще ни одной бывшей семейной паре не приносило ничего хорошего. Поэтому... А вы ради ребенка хотите остаться в хороших отношениях с мужем? Или просто или вас тянет туда? Или чешется? Межножье. Скучаете, да? По Дюдюрику. У нас плюс 20, погодка радует. Хорошая. Черкасов выиграл бой с Менщиковым, за кого болел? Я вообще стараюсь, блядь. Я если болею, я болею только за себя. А зачем мне за них болеть? Я со своим бывшим 7 лет не общаюсь, хотя у нас двое деток. Здесь какой совет могу дать, моя золотая? Ты сама, ты взрослый человек, у тебя ребенок. Вижу, ума хватило ребенка родить. Значит, ума хватит и выстроить отношения. Правильно. Главное, что тебе было комфортно. И все. Гармония нужна. Но вы тоже в хороших отношениях остались сами. У нас в Сосновом Бору прохладно. Это меня рядышком нет. Сейчас было бы жарко. Обожаю. Этот Кузин что-то с чем-то. Молекула. А вы смогли бы с Ритой построить хорошие отношения? Какой любимый парфюм? Молекула, ответил уже. Жень, вы звонили девушке в Казань, у которой муж хирург? Я написал ей в директе, как и сказал. Написал, что скинул. Она мне сказала, в ближайшее время вернусь со связью с обратной. Жень, скажи, кто такие красные? Спасибо. Красные? Не знаю, про что. Ну, какие интеллектуальные игры любишь, кроме шахмат? Не знаю, нарды очень... А, интеллектуальные. Angry Birds у меня есть на телефоне. Ну и все, мне кажется, это верхушка интеллекта вообще. Там такое, там просто так мозг прокачивается. Вы попробуйте этой синей птичкой раздолбашить так, чтобы с первого раза все рухнуло. Ага, да-да, умники. Молекул много, какая именно? А, там такая фиолетовая. Что гудит? Это мотор мой завелся. Тебя увидел, ну и сразу все заработало. Организм сразу ожил. Хорошо, спасибо, Гром. Доброй ночи. Кузин самый лучший. Моя эта девочка. Спасибо тебе большое. Мы с тобой не знакомы, но я уже проникся. Молодец. Вот видишь, Краснодар, как много у нас много. Общего. Холодильник гудит. Это не холодильник гудит. Это кто жужжит? Ай! Тут не жужжит. А тут жужжит. А сейчас жужжит, а сейчас не жужжит. Вас раздражает, да, эти шумы? Ты что, правда умеешь нарды играть? Классно вообще, я все читаю. Все, что вы пишете, кстати, вы заметили? Таточка, спасибо, моя дорогая. Спасибо тебе. Тут 260 только одни девушки. Да, Альбиночка.
Мотор не заглохнет нечаянно. Не, не заглохнет. И на тебя еще останется там пару тычков. Ох, блядь. Эмэджик. Ваше возмущение было услышано. Жень, собрались в Геленджик ехать. Что посоветуешь? Ну и развлечения, куда сходить? Ой, там развлечения на каждом углу. И это правда, все девочки посидели на нашего же... Подсели на моего... А я думаю, кто у меня сидит вот это все? А это вы на меня присели. Привет, Клара Захар. Привет, дорогая. Хотели бы еще детей? Хотел бы. В Москву вернешься? Нет. Ты очень хороший человек. Спасибо. На что сбор? Вечерок в хату. Давай, заходи. Проходи, присаживайся. Женя, куда твой друг пропал? Ты с ним эфир выходил. Ну, нормально, все дома. У него дела свои, у него семья. Что ж, он каждый день должен. В Курске был. Если нет, ждем в гости. Был, был, был. Спасибо огромное. Подсел на тебя, это да. Давай, давай, слази, а то мне дышать тяжело уже. Позитив на ночь глядя. Привет из Нижнегородской области. Кстово. Привет. Город Кстово. Привет огромное. Вот. Приветик из Великой Британии. Величайшей Британии. Низкий поклон. Челом бьем озень. Целуем британский флаг. Бабоньки, кто не знает на операцию папе Женьке? Кто не знает на операцию папе Жене? А, вы про это. У нас в Германии таких, как ты, нет. Серьезно? А мы в 45-м их всех. Максим слушает, наверное. Быстрая смерть. Про пляжи расскажи, пожалуйста, где лучше. Я не посещаю пляжи. Жень, какие завтра планы? В больницу едем с ребенком, к педиатру на осмотр. Вот. Олечка, хорошо, я услышал, моя дорогая. Все. Ну, тварь, а. Чем доченька сегодня занималась? Диана, спасибо огромное. Спасибо, дорогая. Спасибо. Спасибо, Дианочка. Спасибо, дорогая. О, Краснодар, привет. Ладно, Алюся, шучу, он же тоже уже. Доча спит? Не-а. Учит танец джайв. Жаркий танец. Латинский танец. Латиноамериканский танец. Джайв. Будет зажигать завтра у педиатра. Она скажет, давайте раздеваться, она и опа, страстный танец. Она скажет, ну что, она же абсолютно здоровый ребенок. Слушай, ты же издеваешься, время тратите мое. У нас есть бассейн во дворе. Будет. Ну, вот на этом месте будет стоять. Вот там. В ближайшие дни. Я думаю, что дня через 3 уже будет. Вчера уснула в 2 ночи, а сегодня в 5 на работу встала. Опять сижу у тебя в эфире. Ну, никак не оторваться от такого позитивного человека, как ты. Спасибо. На лбу комар. Ну, понятно. Ну, шлепни его. Пойдем спать. Завтра рано вставать. Кому? Кому вставать рано? Наверх улетел. Вот и все. Привет Краснодару тоже. Все. Еще одна осталась семечка. Все, больше грызть не буду. Хороший папа. Да, доченька, я такой. Туся, я в тебя влюблюсь. Сейчас я зайду после эфира, посмотрю. Как доченьку зовут, Жень? Вашу? Без понятия. Горы или море? Горе, горы, конечно. Горе и море. Горе и море. Любишь семечки? Так, как люблю их я. Ну, как, что значит, люблю ли я семечки? Кому надо срать, идите и спите. А неплохо. Жестковато, но мне понравилось. Сейчас будет писать не срать, а спать хотел написать, смотрите. Семечки такая зараза, начнешь и не остановишься. Я остановился. Так быстро говоришь.
Женя, ты легко встаешь утром? Ну, конечно, легко. А как мне надо вставать? Не, тебе надо было написать, кому надо срать, то идите и срите. Все равно вот так же написать надо было, не надо было исправлять. Ты не любишь плавать или не умеешь, или это просто у всех, кто жил на море, такое отношение? Я обожаю риторические вопросы, ты сама дала ответ на него. У вас комары? У нас их нет вообще. Ну, я тебе в Германию отправлю в этом. Через СДЭК. Она побыстрее работает, чем Почта России. Пару десятков. Пусть они там мозги делают. Ну все, моя беседочка опустела, но вас слушали на одном дыхании. Доброй ночи вам. Доброй ночи вам. Всего доброго. Спасибо огромное, что были со мной. Я не так написал. А вот надо было, чтобы ты так написал. Смотрела «Поле чудес», там женщина участвовала. 104 года. Обалдеть. Ага. Ну видите, как хорошо. Дан Кишон. Да не за что, моя золотая. Адресок, главное, скинь. Жень, сейчас чем занимаешься в плане работы? Да и тем, и тем, и тем, и тем. Сейчас вообще, ну, не брезгую. Любую, за любую работу берусь. Как при жизни заслужить быструю смерть? Как при жизни заслужить быструю смерть? Ну, для начала нужно перестать писать такие сообщения. Гляди, и заслужишь. Жень, видел, а Анапа поплыла. У вас был дождь? Нет, у нас не было дождя. Пакет комаров. Пакет? Нет, не пакет, конверте отправлю. Угу. Угу. Жень, если холостяк не на, или на поле чудес? Жень, если холостяк не чего? У нас в Ленинградской много комаров. Блин, легкую. А, легкую? Ну, это надо заслужить. Гадости поменьше делай, заслужишь. Да нет, я же яйца буду отправлять. Вы думаете, что я живых там буду? Они живые не доедут. На что деньги собираем? Только подключилась. Женька, у вас сколько градусов? 24-25, я предполагаю так. Ну, вот это я чувствую своей кожей. На все сообщения отвечаешь. Тедди, да я понял, что ты где. Слушайте, не оправдывайтесь. У меня все нормально, у меня мозги работают отлично. Я прекрасно понимаю, что вы хотели написать. Вот. Папе на операцию. Доброй ночи, Жень. Добрый, Танюша. Добрый. Время, первый час ночи, у вас все больше и больше. Жень, ну реально, ты со своим юмором достоин славы. Слава, как мужчина с именем Слава, его я достоин? Не знаю. Жень, мой сын 14 лет, передает вам огромный привет, смотрит вас вместе со мной. Огромный привет вашему сыну. Привет, привет. Она, Витязева, я тоже жила всю жизнь возле моря и не ценила. Все было вернуться обратно в Одессу. И мы куда? Ага, понял. Жду комаров. Жень, доброй ночи, удачи завтра. Спасибо, добрый. Гадости мы презираем. Мы это кто? Вы откуда? Вы какой секте принадлежите, моя золотая? У вас какие-то вопросы очень странные. В доме 2 тебе не хватает. Да, бог, хай бог милый. Хватит вам, что ли? Одно и то же. Добрый вечер. Здравствуй. Екатвикрук. Екатвик. В общем, добрый вечер вам. Жень, привет большой из Беларуси. Привет огромный. Беларусь обожаю. Обожаю Беларусь. Шо у вас там? Беларусь обожаю. Был там пару раз. Я и Дом 2 не стала смотреть, как Женька покинул. Ой, моя золотая, спасибо огромное. В Москве сегодня жара. Супер, наконец, Женька душевный человек, он ближе к народу. Мне к тебе поближе подобраться. А ты за народ переживаешь? За народ русский не переживай. Мы из любой ситуации выберемся. Добрый вечер, Николай Иванович, добрый. Что за вопросы? О, давай. Отвергай, предложи, напиши свой вопрос. Деньги на операцию папа, бабонька. Вот так, все, ладно. Спасибо огромное, Клара. Жень, общаешься с кем-то из Дома 2? Да. Т9 это магическая, конечно, функция. Вы о чем? Если хочешь слава мужчину, то пусть так и будет. Ой, лочка моя золотая, тебе бы выспаться. Что нравится в Беларуси? Мне очень нравятся люди. Мне очень нравится еда. И мне очень нравится то, что у вас казино разрешено. Добрый вечер, я диспетчер. Зашибись. Залетай на огонек. У нас таких тут с каламбурами, о, как говна за баней. Будете там вместе шутить ежедневно.
Я не переживаю. Я знаю, моя золотая. Ты сильная. Переживание это не для тебя. Жень, ты помолодел. Вейпы не куришь? Что за вейпы? Электронные сигареты, что ли? Не-а. Я переживаю, когда пропускаю твой эфир. Ну вот видишь, сегодня не пропустила. Казино зло. Ну, не знаю. Наверное. Ты игрок. Ну, когда казино, когда в Сочи приезжаю, играю. А так здесь где играть-то? Женька, в Беларуси в каком городе был? В Минске был. В Нижегородской области. Да не знаю, был. В Нижнем Новгороде я был. Жень, тебе бы Агата подошла внешне, вы будете красивы. Агата? Кто такая Агата? Что такое Агат? Я знаю камень такой, Агат. Правильный ответ. Пригласи меня в наем. Ёпта, дивись. У меня сейчас голова взорвется, это ж какой-то ужас. Девчат, вам надо высыпаться срочно, срочно глазки закрывайте. Как считаешь, из Белгорода надо уезжать, если бомбанет? Я думаю, что если бомбанет, там быстренько натянут всех. Ирина Бырка, спасибо огромное, спасибо, дорогая. Жень, какие сигареты куришь? Дорогие, блин, расскажу. 190 рублей пачка стоит. Привет из Кишинева. Привет огромный, Кишинева. И все. Че, мучился? А я помог. Агата Муцинкина. О, я знаю ее, мы с ней знакомы. Я помню, мы на новогоднем Comedy Club сидели за одним столом с ней. Агатка классная, да. А тогда с Пашей была еще. Я кальян курю, а ты сигар. А я не люблю кальян. Ты что, старый, все пыхаешь? Ну что ты старый, все? Да, что мне не пыхать-то, блин? Тут нагнулся, тут это. Привет из Тенерифа. Привет огромный. Так, через день, да, теперь, наверное, действует поставка. Чего? Про что ты? Ангелин, соберись, моя золотая. Что с тобой? Медикаменты пропей какие-то. Непонятно, что ты настрочила. Или чай с ромашкой, хлебани, что ли. Запуталась вообще. Как жизнь? Так нормально. Прилучшена бывшая жена Агата. Да. Привет с Новороссийска. О, Новороссийск. Что-то знакомое. Новороссийск. Это где холодно, да? А, то Новосибирск. А, привет тоже большой. Кем видишь себя через 10 лет? 47-летним. Женя, если не секрет, кто ты по профессии? Преподаватель культурологии и экономист. Женька, жду тебя тогда еще раз в Минске. Хорошо. Встречаемся в том же месте, в то же время. Я буду в красном велюровом костюме тройка. И лакированных зеленых. Под крадулях. Женька, у тебя прям как султан. Много баба, а жены набиваются. Да, тебе нравится актер Прилучный? В каком кино снимал твоя бабушка? Я встретил девушку. А я про обстрелы, это не смешно. А кто смеется? Ты про обстрелы писала? Ну, видать, тебя там это, шлепнули немножко. Ты тогда пиши как-то, ну, пограмотнее, что ли. Немножко грамматики добавь в свои сообщения. Мы же не можем здесь, ну, у нас же нет здесь. Мы же не транслейтеров, чтобы вот это все переводить. Пиши четко, чтобы мы понимали, о чем ты пишешь. Нет, не буду грозить. Я сказал себе, я дал слово, я говорю, с ним буду. Я слово сдержу. Сука, не могу, паразиты такие. Я хочу переспать с тобой. А, я хочу переехать в Краснодар. Ничего себе, мне показалось как. Мне тоже, наверное, надо идти уже ложиться спать. А, Жень, в каких странах бывал, если любимый? Греция, да, Грецию люблю, Кипр люблю. В армии был? Был. Во внутренних войсках служил. 2 года, звонка до звонка, блядь. Как пришел 12 декабря, так и ушел 12 декабря. Любишь рыбалку? Люби и саночки возить. Что за пепельница у тебя так звучит необычно? А это такая крутящаяся. Сигарет положил, нажал, как Юлайн. Туда все закрутилось, завертелось. Ой, блин. Увлекательная. Первый ролик на YouTube будет распаковка пепельницы. Обзор. В Дагестан приезжай. Был. Передай моей сестре привет Юлиане Каракаевой. Юлиане Каракаевой? Юлиана Каракаева, привет тебе огромное. Для чего карта прикреплена? На что собираешь? Я не в курсе. Сейчас Клара Захаровна вам напишет. Комаров много у вас? Ну, пока немного, но летают паразиты. Кстати, какие языки знаешь? Если нет, какие бы хотел знать? Я знаю язык любви, этого достаточно. Он по всему миру работает. Ну, я со всеми договорюсь. У меня брат 2 года служил. Хорошо твоему брату.
Два года это долго, кстати, много два года, я считаю. Год-полтора достаточно. У меня сынок тоже будет военным. Ну, я не военный, я просто служил. Я долг родине отдавал. Помните, где-то с 2006 по 2008 жили все спокойно, все хорошо было. Так вот, я оберегал ваш сон два года. Жень, расскажи какую-нибудь историю прикольную из армии. Моя золотая. Ну, это же, ну что у нас здесь? Посиделки, что ли, вечерние? Тут все серьезно. Тут люди, вон, вопросы задают. А ты сейчас хочешь, чтобы я отъехал на минут 40. Дочь моя Джамилия. А, Джамиля, простите, тоже тебе привет передает. Огромный привет тебе, Джамиля. Доброй ночи. Ложись отдыхать уже. Только ржать научился по теме и нет. А потом жалуются, что вам хреново пишут люди. Это этим ржущим бабам, которые живут далеко от границы. Употреблял когда-нибудь запрещенные средства в жизни? Запрещенные? Ну да, один раз хлебанул фейри. Это запрещенное средство? Мне кажется, да. Ты наш герой. Лови меня, как самолет. Очень странный вопрос. Вы нарколог? Ой. Ой, 20 минут первого. Так, ну что? Всем хочу пожелать доброй ночи. Спасибо огромное, что вы были. Засыпайте. Не смею больше отрывать вас от сна. Высыпайте. Завтра на работу. А вот послезавтра уже можно будет посидеть нормально. Впереди, кстати, 3 дня праздников. Можем сидеть хоть до утра болтать. Все, обнял, люблю вас. Спасибо огромное, Ксения, за комплимент. Доброй ночи, пока.